машина поднимает пыль столбом, то нетрудно догадаться всем, откуда едет он. Если парень в повороты залетает с ручником, то понятно, это вот смотри, чувак, хэтчбэк точно перехватит он. Тонировка круговая, будь то краска по стеклам, на 18-х дисках ослепляющий хром. Ну конечно, это вот так быстро и стремительно идет не на обгон. Подрезает, виляет, какой-то наглый он. Чье-то бурое лицо напрягает мой салон. Ну естественно, горит направо поворотник, там налево едет он. Пересекает сплошную, в ушах гудит сигнал. А вон где на джипе не проехать, на оке проедет он. И снова ясно, когда в ярости чувак свою тачку крутит он. Когда весело ему скользит он снова рустиком. Он просто долбит свою тачку, хоть и не богатый он. Ну кто так делает? Еще на свадьбе друга всех таранит на правом. После чего такилу можно сбагрить на металлолом. Потом, смотря на свою тачку, не моргнет и глазом он. А вот тому, что это. А вот еще один момент. Ты будешь точно удивлен, когда он делает трамплин, перелетая через холм. Там, где понизишь свою скорость, разгоняться будет он. Он это красивым сочетанием цифр на знаке номерном. Нас поражает концентрацией маленький регион. Со всей России все крутые номера вбирает он. Неповторимый наш. Большие пробки в центре города, движение кругом. Ползут машины друг за другом и все терпят за рулем. И лишь один несет из края, задевая всех плашком. А что за номер? Опа! Стоим перед ГАИ постом, колонна очередь облом. Проверки по закону, все, никто не лезет на рожон. Но тут по встречке всех объехал, прорезая, словно гром. Летит как сумасшедший. Они на скутере одном, поехать могут вчетвером. Или на кальпинге по городу катаются кругом. Шипованный протектор на зиму не надевает, он вот так и ездит. Не признает американский и корейский автопром. Другое дело, снится Грабус, Майя или Карлсон. Всегда внимание особое привлекает он, ведь это чемпион. 95-й регион.